Надо ответить на смс-ку Эйди, но только как? Да молча. Это как? Смайл зашли. А? Ну ладно, значит смайл. Приветствую в мире, сокрытом внутри твоего телефона. Где живут и работают такие вот смайлы, как я. У всех нас есть своя обязанность, которую мы должны выполнять на все 100. СМС-ка, запускайте имя! А? Кого? Меня? О, нет! Чего это он? Не то лицо! И что это? Кажется, телефон сошел с ума. У нас такая накладка впервые, но Алекс решил пойти в ремонт и стереть нас совсем. Если Алекс сотрет телефон, то нашему миру конец! Это на моей совести. Я ошибся, но я все исправлю. Кажется, я знаю, что делать. Нам нужно попасть туда, где еще не ступала нога смайлика. Облако? Я знаю короткий путь через приложение. Но никто еще не покидал город. За нами ведь вышлют ботов. А что это за место? Лучшее на всем свете. Кэнди Крэш. Чтоб я еще хоть одну конфету съел. Дай 5, не вздумай. Даже не думай, она уже пережеванная. Надо отвлечь ботов! Я придумал как! Вот так! Алекс уже скоро удалит все данные! Нам нужно узнать мастер-пароль! Доступ запрещен! Придется еще разок! Стой! Что? Доступ запрещен! И в пляс! Блин, танцевальный раунд! Ну и что сложного? Ну как? Не умею я.